сейчас мы выполним разворот по развязке, которая ближе к нам. Разгоняйте машину до 60. Не надо будет на вот эту развязку идти. Это надо будет по знакам смотреть. Правый поворотник. Раз. И еще раз. Раз пропускает, поехали, хотя он у нас помеха справа. Теперь по вот этой развязке? Да. Зачем вы сейчас включили поворотник? Вы по одностороннему движению выехали, куда-то включаете поворотник. Теперь включайте правый поворотник, и надо в правый ряд уйти. Опять направо. Дороги. Здесь направо. Главное, видите, как у кого идет. Поэтому нам надо их пропускать и повернуть направо. Он поворачивает куда-то. Конечно, крутим на меня. На меня. Папа, пешеходов не было. И, да не суетитесь вы. Вот новая местность и все. Потерялась. Так, чтобы хотя бы знали. Не, направо. Если мы собирались развернуться и приехали с той стороны, выходим спокойно. Направо. Да нет, надо просто не бояться ничего.